Перед нами авторская рабочая гипсовая модель памятника, создателем которого является уральский скульптор Андрей Антонов. А вот чтобы воочию увидеть сам бронзовый памятник, придется поехать в тот самый знаменитый сибирский Березов, которого название нам известно, ну, многим с детства, после знаменитой картины Василия Сурикова «Меньшиков в Березове». Инициатором установки этого памятника именно там, где опальный светлейший провел свои последние полтора года жизни, является уральский краевед, писатель, журналист и основатель историко-мемориального общества «Князь Меньшиков» Владимир Илфимов.